Новая волна украинских беженцев прибудет в Азбес на этой неделе. Расселить прибывших планируется в пунктах временного размещения. Боевые действия на востоке Украины вынуждают мирных жителей искать убежище на территории России. Чтобы принять всех прибывающих из зоны конфликта, в каждом регионе страны открываются пункты временного размещения. На территории Азбестовского городского округа на данный момент есть возможность разместить до 100 человек. Поселить их планируется в поселке Малышево и в Азбесте. Перед расселением украинские беженцы пройдут предварительные медицинские осмотры и вакцинацию в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Также предусмотрено оказание психологической и другой необходимой помощи.